5 августа на Никулиной горе рабочего поселка Сурское открылись церковные торжества по случаю празднования 465-летия со дня совершения первой божественной литургии на Симбирской земле и 185-летия со дня образования Симбирской епархии. К началу службы в часовню на Никулину гору была принесена копия иконы воинства Царя Небесного. Произведение было написано протопопом Андреем в память о Казанском походе. Именно он благословил царя Иоанна Васильевича Грозного на этот ратный подвиг. По реке Сура пролегала граница между владениями московских князей и Казанским ханством. В день преображения Господня в 1552 году на этом святом месте, которое мы сейчас называем Никольской горой, совершилось великое событие. Во время благословенного третьего похода Иоанну Грозному наконец удалось покорить земли, которые не хотели входить в состав московского государства. Службу в память о великом событии для всех православных христиан возглавил митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий. За богослужением молились исполняющие обязанности губернатора Ульяновской области Александр Смекалин, представители областного правительства, законодательного собрания, общественные деятели, церковные благотворители, прихожане симбирских храмов, представители казачества, православная молодежь. И самое главное помнить, что это было вот это место, это был форпостом российского государства, откуда великий князь обозревал все пределы России. Да и здесь нельзя не любоваться теми просторами, которые нас окружают. Это действительно Россия. Это великое царство московское. И пусть Господь хранит нас, хранит наше государство, хранит Церковь православную. По молитвам небесного воинства, которое изобразил на этой иконе митрополит Афанасий. На молитвенную память владыка Анастасий вручил иконы воинства Царя Небесного епископу Филарету, епископу Диодору и исполняющему обязанности губернатора Ульяновской области Александру Смекалину. В ответном слове Александр Смекалин поблагодарил служителей церкви за вклад в возрождение духовно-просветительского наследия Симбирского края. Я благодарю владыку Анастасия и всех священнослужителей за эту прекрасную службу и уверяю вас о том, что та задача, которую поставил перед нами губернатор, тот проект, который он лично курирует по восстановлению храмов, восстановлению того наследия, которое, к сожалению, было разрушено на территории нашей Ульяновской Симбирской земли, он будет продолжаться. По завершении молитвенного торжества все собравшиеся были приглашены на трапезу, организованную Союзом православных женщин Симбирского края. Воистину, сегодня праздник российский, праздник великий, ведь именно в этот день, как сказал наш глубоко уважаемый митрополит Анастасий, было первое богослужение, первая литургия. Для христиан это великое значение, это становление веры христианской. Это сегодня, как владыка сказал, сам Христос пришел на землю в спасение нас. Церковные праздничные мероприятия на Симбирской земле будут продолжены. 19 августа во всех храмах Симбирской епархии пройдут богослужения в честь праздника Преображения Господня, на котором будет оглашено особое послание главы митрополии, а также совершатся благодарственные молебны и крестные ходы. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.